Мне кажется, что очень правильно, если такие вещи будут находиться не на центральной улице города и не для всеобщего обозрения, как туши животных, которые были вывешены посреди Дерибасовской. Вот мы перед совещанием провели такой экспресс-анализ со службами, действительно выяснили, что у ресторана было разрешение на проведение, ну, скажем, акции, проведение вот этого мероприятия. Конечно же, форма этого мероприятия там не оговаривалась, и здесь уже проявили креатив, так сказать, рестораторы. Окрім свиних туш, там ще були дуже міцні молоді люди, які обмежували доступ людей. Чи буде якась реакція на цей факт? Ну, конечно, я считаю, что вот эти выходки, когда, ну, скажем так, физически крепкие молодые люди, пользуясь своей мышечной, так сказать, силой, препятствуют проходу людей, навязывают какие-то вещи, они должны быть, ну, недопустимы.